Здравствуйте, мои дорогие! Давайте сегодня поговорим о том, что такое нативная разработка под мобильные платформы и что такое кроссплатформенная разработка. Потому что меня достаточно часто спрашивают из серии, а вот там лучше Flutter выбирать или нативную разработку. Я думаю, многие новички, которые смотрят этот канал, вообще не очень понимают, о чем речь, зачем, что, о чем вообще разговор. Поэтому давайте об этом поговорим. Ну и для более опытных, возможно, тут будет не очень много новой информации, но если я что-то скажу неправильно, я все-таки ни разу не был мобильным разработчиком, поправляйте меня в комментариях. Welcome. А меня все еще зовут Сергей Немчинский, и мы поехали. Итак, первое, о чем хотел поговорить, зачем нужно выбирать между ними и как это влияет на проекте. Ну, наверное, нулевое, о чем мы говорим, что такое кроссплатформенная разработка и что такое нативная разработка. Смотрите. У нас существует на сегодняшний день две, ну там с каким-то исчезающим малым хвостом отдельных решений, два направления мобильной разработки. Это разработка на Android и на iOS, да? Фактически там есть какие-то телефоны на Linux, есть телефоны на каких-то кривых операционных системах, даже вроде у кого-то есть Windows Mobile все еще, хотя он давно снят с производства и Microsoft от него отказался. Но мы это не берем по причине того, что все это там болтается где-то там в пределах 1%. Android и iOS. Абсолютно понятно новичку, что как бы под них наверняка нужно писать разные программы. Ну, логично, это как бы совсем разные операционные системы, по-разному работающие, разные программы. Так вот, программа, которая пишется под конкретную операционную систему, называется нативная. От английского слова native. То есть, блин, в русском языке просто нет слова, которое этому соответствует. Родной, что ли? Но тот, который отсюда. Ну, в общем, ровно то, что мы подразумеваем под словом нативный. Но очень много компаний пытаются сократить свои расходы и сделать как-то так, чтобы один и тот же код работал на обоих операционных системах, а желательно еще и на Windows, на macOS. Давайте сделаем, чтобы все работало на всем. Мы один раз пишем код, слушайте, ну это же здорово, да? Один раз написали код, нажали кнопочку, и у вас работает все на всем. Ну, это здорово и замечательно. Это называется кроссплатформенная разработка. Казалось бы, с точки зрения денег, вроде бы кроссплатформенная разработка лучше. Ты один раз написал код, и все, он у тебя работает везде. Но вы же понимаете, что если существует и то, и другое одновременно, то, наверное, в этом есть какой-то резон. Давайте будем в этом разбираться. Зачем нужно это выбирать между кроссплатформенной разработкой и разработкой нативной под конкретную систему? Ну, в зависимости от того, какую разработку вы выбираете, как руководитель проекта, как директор, как заказчик, в зависимости от этого вам нужно нанимать разных разработчиков или брать разную команду, которая может стоить разных денег. И, опять же, ожидать в разное время завершения работы. Поэтому знать о том, что именно надо выбирать для заказчика, совершенно точно необходимо. Но и для разработчика, который выбирает себе профессию будущую, потенциального разработчика, я имею в виду, да, тоже нужно бы как бы примерно хотя бы представлять, а куда мы, в общем-то, пойдем. Буду я нативным разработчиком, если мне нравится вообще мобильная разработка. Если не нравится, понятно, это вам все не нужно. Но если нравится мобильная разработка и нравится, например, не знаю, Apple, да, ты вроде бы как iOS-разработчик, а может лучше не iOS, а, например, Flutter, или React Native разработчик, надо бы как-то выбрать, да, это две разных профессии, и владеть сразу всеми ними, скорее всего, не получится. Ну и более того, нельзя их учить одновременно, все равно какую-то надо учить первой, затем искать работу, а затем, может быть, куда-то переключаться, но я так не советую. Но об этом как-нибудь другой раз. А теперь короткое объявление для разработчиков на ООП языках и продолжим дальше. У вас есть последняя возможность присоединиться к новому потоку моего авторского курса Grasp & Go Design Patterns. За 2 месяца вы прокачаете свои хардскиллы, а именно попрактикуетесь в использовании шаблонов, узнаете, когда паттерны использовать не стоит. На каждый паттерн вы получите видеолекцию, записанную лично мной, практические задания, а также все вебинары раз в 2 недели с группы, на которых я отвечаю на все возникшие вопросы. Не упустите возможности, регистрируйтесь на курс по ссылке в описании. Итак, нам нужно выбрать, какая разработка нужна. Нативная разработка, еще раз, ее преимущества и недостатки. Еще раз напоминаю, это разработка под конкретную операционную систему, под Android или под iOS. Итак, преимущества. Максимальная оптимизация для конкретной платформы. Если уж ты разрабатываешь под Android, весь твой код рассчитан на то, чтобы работать максимально хорошо на Android. Тебе не нужно заботиться о том, как это будет выглядеть на iOS, потому что это никогда не будет выглядеть на iOS, потому что оно там не запускается просто.
Ты можешь сфокусироваться на преимуществах этой платформы и обойти недостатки этой платформы. Использовать максимально все ее возможности и не обращать внимания на те недостатки, ну, или там, обойдя все недостатки, каким-то образом, там, закрыв какими-то дополнительными функционалом, то, чего там в платформе тебе, например, не хватало. Все замечательно и, безусловно, это будет работать быстрее, чем приложение, которое рассчитано на работу на нескольких платформах. Далее, ты получаешь доступ к полному набору инструментов и функционала платформы, а не только к тому набору инструментов и функционала, который есть в обоих платформах. Потому что ты можешь использовать все, не обращая внимания на другую платформу. Вот есть, например, на Android вот такая фича, ты просто берешь, получаешь на ней доступ, тебе не надо заботиться о том, как же мы реализуем эту фичу на iOS, если ее там нет. Или наоборот. Понимаете? Недостатки. Разработка получается, если заказчику нужно приложение, чтобы работало и на Android, и на iOS, заказчику надо заказывать два приложения. Это двойная плата. Одной команде и второй команде. Ну, как бы ценник сразу X2, в общем, звучит, да, немножко стрёмно, согласитесь. Дальше. Второй недостаток. В результате мы получаем, собственно говоря, либо большие временные, если у вас сначала одна разработка, потом другая, либо финансовые, если у вас две команды одновременно. Вы понимаете. Теперь перейдем к кроссплатформенной разработке. Напоминаю, кроссплатформенная разработка — это когда вы пишете один код, который работает и там, да? Преимущество. Один исходный код, работающий на разных платформах, что очевидно. Именно для этого мы это и делали. Второе. Эффективное использование ресурсов и времени. Ваша команда пишет код, который работает везде. Выглядит по деньгам вроде получше, да? Но недостатки. Во-первых, возможны ограничения в доступе к некоторым функциям платформы. Например, ваше кроссплатформенное приложение, возможно, вообще не сможет получить доступ к какому-то функционалу, который есть только на одной из этих двух платформ. В итоге вы можете фактически свободно пользоваться только тем функционалом, который представлен на обеих платформах. Если какой-то функционал есть на одной, а какой-то функционал есть только на второй, то ни тем, ни другим вы пользоваться не можете. Только тем, что совпадает на обоих платформах. Понимаете? В общем случае, во многих случаях можно каким-то образом обойти, включить вот этот блок работает только там, этот блок работает здесь, но многим функционалом вы все равно пользоваться, скорее всего, не сможете. Или это будет откровенно неудобно. Вы получаете гарантированно, просто теоретически, не максимальную оптимизацию для каждой конкретной платформы. Потому что если вам нужно рассчитывать, чтобы это все нормально работало на обоих платформах, то, скорее всего, оно не будет оптимально работать ни там, ни там. Потому что, сорян, но вам нужно сделать так, чтобы она все-таки работала на обоих. Поэтому, ну, сорян, но надо сделать как-то так, что это максимально простым способом, а не используя какие-то максимальные оптимизации. Просто она тогда иначе не взлетит на второй платформе. Итак, по производительности. Мы вкратце можем сказать, что в общих чертах кроссплатформенная разработка, скорее всего, будет работать медленнее. Второе. Что мы можем сказать в результате сравнения? Скорее всего, разрабатывать кроссплатформенное приложение будет намного дольше, чем одно приложение нативное, но меньше, чем разрабатывать два отдельных приложения. По данным, которые дошли до меня, это разработка где-то 1.7 и 1.8 по сравнению с X2 разработкой на двух платформах сразу. Поэтому во многих случаях это выгоднее. С другой стороны, если вам не так уж нужна вторая платформа, получается, что это существенно дороже, чем разработка одной системы. Как мы определяем, какой подход лучше всего подходит для конкретного проекта? В первую очередь, если проект уже известно будет работать на обоих платформах. Второе, у нас нет требований к конкретной, ну, к нашему приложению, чтобы оно работало охренеть быстро. Ну, например, вы пишете приложение для какого-нибудь, там, не знаю, сайта «Заказ пиццы». Ну, блин, серьезно, если оно будет там на миллисекунду медленнее работать, ну, скорее всего, вам это абсолютно наплевать, согласитесь. Если ваше приложение достаточно простое и не требует доступа к какому-то дополнительному функционалу, который есть только на какой-то отдельной платформе. Нет там такой востребованности, приложение достаточно простое, и поэтому его можно сделать одинаково выглядящим на обеих платформах. В этом случае, конечно же, выгоднее заказывать разработку именно на кроссплатформенных языках и на кроссплатформе. Тогда мы получаем вместо ценника X2 отдельная Android, а отдельная iOS разработка, мы получаем ценник 1.7 и 1.8 примерно от той разработки. Это намного удобнее и намного дешевле для заказчика. В противоположном случае, когда вы
не соблюдается одно из этих условий, вам нужен быстрый и оптимальный код, у вас сложный код, вы хотите доступ к какой-то отдельной функциональности, которая есть только под конкретную платформу, или в случае, если у вас стартап, и вы еще не уверены, вообще взлетит ваш этот проект или нет, гораздо лучше оптимизировать приложение под конкретную платформу. Например, вы делаете бюджетное приложение, конечно же, лучше его таргетировать на Android, написать Android-приложение первым, проверить, что все лучше взлетело, заработать денег и потом уже сделать iOS-ское приложение. Если вы таргетируетесь на более, скажем, богатых людей, да, и знаете, что у вашей целевой аудитории гораздо больше Apple девайсов, то, безусловно, нужно сначала сделать как Clubhouse, например, да, сначала выпустить приложение под iOS, а Android потом, если заработаем денег. Это для стартапа намного более выгодно, намного удобнее. Ну и еще сроки. Понимаете, в чем дело? Если вам нужно выпустить приложение в максимально сжатые сроки, и вас не очень волнует бюджет, то нативная разработка получается быстрее. Вы запускаете две команды, которые быстрее выпустят вам два отдельных приложения. Но в крайнем случае у вас будет хотя бы одно приложение, которое уже можно показывать, понимаете? Если же вы вкладываетесь в кроссплатформенную разработку, там не получится, что 9 женщин родят ребенка за месяц. Так не работает. Это приложение все равно будет позже, чем приложение нативное. Ну, просто потому что кроссплатформенная разработка дольше. И это тоже довольно важно, это тоже надо учитывать. С точки зрения разработчика, что я вам могу сказать? Что из этого выбирать? На самом деле, ниша и кроссплатформенной, и нативной разработки на сегодняшний момент вполне себе одинаково примерно, там в зависимости от, ну, проценты, примерно проценты того, сколько там программистов работает в этой отрасли, примерно соответствует тому, сколько туда новичков идет. Поэтому, по большому счету, что искать работу Android, iOS разработчикам, что искать работу Flutter или React Native разработчикам, примерно одно и то же. Поэтому выбираем, как обычно, то, что вам больше нравится. А когда вы выбрали то, что нравится, вы начинаете любить то, что вам нравится, и потом делать себе татуировки, люблю iOS и вот это все. Больше ничего от вас и не требуется, по большому счету. Заниматься тем, что нравится, это намного более интересно. Как я уже говорил, я не вижу ситуации, когда нативная разработка вытеснит кроссплатформенную, и не вижу варианта, чтобы кроссплатформенная разработка вытеснила нативную. Это, скорее всего, невозможно. Ну, разве что появится какой-то новый способ взаимодействия с носимыми устройствами, который будет сильно отличаться от Android и iOS, и появятся разработчики под это. Возможно, как раз мобильные разработчики туда и переключатся, и вы будете одним из них. Ну, в общем, примерно так. Вроде бы ответил на все вопросы по поводу нативной кроссплатформенной разработки. Если будут какие-то еще дополнительные, задавайте в комментариях. А я люблю вас, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про наш украиномовный канал. Пока! Лучше умереть на обочине, но знать, что ты сделал все, чтобы достичь цели, чем прожить 100 лет в достатке, осознавая, что предал себя. Роберт Плант, Лед Зеппелин.